что не получилось сегодня? Да много чего не получилось, в частности, не пропустить и забить. Ну, а чуть поподробнее? Чуть подробнее. Ничейный матч, но им повезло больше, они забили. Естественно, главный вопрос после 5-1 там, 0-1 здесь, дистанция между этими результатами, она катастрофическая? Да, говорили же после того матча, что в одном матче бывает все, можно и 5 получить, а через 3 дня будет совсем другая игра. Так оно и получилось. То есть на поле вышло действительно совсем другое «Динамо» или совсем другой «Зенит»? Команды примерно те же вышли, но другое дело, что тогда нам удалось реализовать и момент создавать. Сейчас нет, они более компактно сзади сыграли. Ну да, ни одного удара в створ поворотом от «Зенита» такого не было давно. Ну, такое тоже бывает. Это не вызывает опасений? Нисколько. То есть присматриваться всерьез к этому результату не стоит, и с «Рубином» будет другая игра? И с «Рубином» будет другая игра. «Рубин» же не приедет здесь, не будет бегать вперед, сломя голову, правильно? Будет примерно так же, как они играть, как Кубань. Стоять сзади, ждать своего шанса на контратаке. Учитывая, что «Рубин» сегодня выиграл 4-0, а «Зенит» уступил, можно сказать, что команды в разном состоянии подойдут к этому матчу? Ну, если только психологически. Они просто более в радужном настроении после побед приедут, а так все одинаково. Такое впечатление сегодня сложилось, что игра шла до первой ошибки. Это действительно так? Ну, я говорю, да, кто первый бы забивал здесь, наверное, скорее всего, выиграл бы на 90%. Движение было несколько иным, нежели в «Химках». Поле наложило какой-то отпечаток вот на это? Да нет, поле здесь ни при чем. Я говорю, просто «Динамо» здесь больше сконцентрировано было на обороне, чем в домашнем матче. Там они хотели больше забить, больше владеть мячом. За счет этого у нас появилась зона. А здесь они сыграли строго от обороны в поисках там своего шанса на контратаках. Невозможно не спросить про пенальти. Так с трибуны показалось, что спорный эпизод, что Анюков лежал, а не заплетал ноги Курани. Как вам показалось? Лично у меня к суде нет претензий, потому что с того места, где я стоял, был чистый пенальти. Другое дело, что на повторе возможно. И можно было увидеть, что его никто и не сбивал. Но оттуда, где я стоял судья и где я, там пенальти бесспорно. Момент с Симаком в конце? Там ничего не было. Ну вот, насколько это, не знаю, расстроило команду, что она вылетела из кубка, или худо без добра не бывает, потому что сейчас естественно, расстроило, потому что мы планировали выиграть этот кубок, при этом домашний матч. А насколько сказалось то, что состав был не тот по сравнению с обычными вообще, ну, обычным составом, и в частности матчи в «Химках» с «Динамо»? Ну, у нас не 11 человек, поэтому, в принципе, нормальный состав. Ну, на игре это сказалось каким-то? Нисколько.